Так, построю железную дорогу. Милана! Мы уходим! Пока! Стойте, а вы куда? Мы квартиру с мамой новую искать. Это какая-то неуютная. Нам вообще не нравится, уже все надоело. Все, в общем, давай, сиди дома, мы поехали. А друзья? А Элька? Милана, ну что Элька? Эльку-то мы с собой заберем. А друзья? Новых друзей найдешь, что за глупости? В общем, давай, пока и убери игрушки дома. Не, ну это ни в какие ворота не входят. Что вам тут не нравится? Хотя... Так. Да, пора брать все в свои руки. Нужно заказать новую мебель. Искать. Диванчик бы какой-то хорошенький заказать. И стол тоже нужен. Да и стулья бы не помешали. Ох, тут такой большой выбор. Пойду-ка я лучше в магазин мебели искать. Так, где же у нас тут продают мебель? О, карта. Так, где же у нас тут мебель? Найти. Ага, теперь понятно. О, вон мебель. Сначала нужно выбрать диван. А вот и диванчик. Ну, какой-то он тверденький. А вот этот побольше. Ну, какой-то он слишком неяркий. Красивый, но для кошки диван этот не пойдет. Кожа не такая, будет сливаться. Вау! Ну что-то расцветочка не тогось. А так диван классный. О, вот такой, серенький хочу. Диванчик выбрала. Теперь бы новые стулики. Классный стул, но не для меня. Да, жесткий какой-то и мрачный. Стульчик хорош, но спинка твердовата. Хочу белые стулья. Красивые, как мороженка ванильная. Вот это то, что нужно. Беру 4 стулика. Надеюсь, если я улучшу квартиру, то они не переедут. И квартира им понравится. Какой сладенький. Стоп. Ну, делай сейчас для квартиры. И это пригодится. Возьму такое. О, а эти какие яркие. И беленькое возьму. О, и это пригодится. Классный корик. Прямо как Элька. Его тоже возьму. Вот этот беленький классный. Наверное, его возьму. О, маме понравится тут. Добавим красоты. Вот это подойдет. Я готова. Все закупила, осталось дождаться мебели. О, мебель привезли. Здравствуйте, заносите. Поставим. Вот сюда. Займемся обстановочкой. Фух, какой же ты тяжелый. Вот так
Так, уютненько. Фух, кажется, успела. О, а вот и мама с папой пришли. Милана, мы дома. Ну что, как поиски? Ой, слушай, ну вообще ничего не смогли найти. Пойдемте, у меня для вас есть сюрприз. Знакомьтесь, вот это наша новая квартира. Ого! Вау! Когда-то ты все успела сделать? И почему ты не сделала этого раньше? А диван-то какой суперский! Ну ты, Милана, вообще молодец. Я тут буду спать теперь. Ребята, как вам ремонт, который сделала Милана? Ставьте лайк, кому он понравился. И подписывайтесь на наш канал. С вами был Family Box. Всем удачи! Всем пока-пока! Я сейчас вообще не смеялся. Неправда. Давай, раз, два. Да. Пора брать все в свои в руки. Блин. Милана! Мы уходим! Давай, давай, кто-нибудь один скажет.